На внеочередной сессии Любанского районного совета депутатов в повестку дня вынесли вопрос об утверждении нового председателя исполнительного комитета. Губернатор Минской области Александр Турчин представил кандидатуру Платуна депутатам и руководящим работникам Любанского района. Виталий Викторович – уроженец Несвежского района. У него два высших образования по специальности агрономия, управление организациями агропромышленного комплекса. Окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. Работал на руководящих должностях в агропромышленном комплексе Копольского района. Затем занимал должность первого заместителя председателя Слуцкого райисполкома по сельскому хозяйству и продовольствию. В ходе голосования депутаты единогласно утвердили кандидатуру Платуна на должность председателя Любанского районного исполнительного комитета и поздравили со вступлением на пост. Александр Турчин отметил, что на нового председателя возлагается немало задач, важнейшие из которых – вывести систему агропромышленного комплекса на более высокий уровень, а также с вводом нового горнообогатительного комбината развивать регион и сделать его второй столицей шахтеров. В свою очередь Виталий Платун выразил готовность приступить к выполнению поставленных задач. Надо тут учесть тот факт, что Любанский регион – это все-таки аграрный регион. Поэтому мои цели и задачи будут направлены на то, чтобы развивать, скажу честно, поднимать сельское хозяйство в этом регионе. Ну и в целом социальная сфера в том числе. И, как вчера сказал товарищ президент, это горно-обогатительный комбинат, вся инфраструктура и все вытекающее. Бывший руководитель Любанского райисполкома Валерий Мельник, занимавший эту должность более 5 лет, получил слова благодарности за вклад в развитие региона.